Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня пошла высаживать я сорт петруша-огородник и хочу показать вам, какой он в рассаде. Вот смотрите, вот у меня рассада петруши-огородника. Видно, что он уже заложил цветочную кисть, вот он цветочек. Это значит, вот это уже взрослое растение, все. Но я его буду высаживать так же, как ренет, в тех местах, не там, где у меня помидоры, а везде там, на заваленках, где-то маленькое место свободное остается, потому что это тоже сорт, который я выращиваю без подвязки и без пасынкования. Вот обратите внимание, они очень похожи, ренет и петруша-огородник. Но только если ренет, это как в миниатюре, а петруша-огородник в два раза побольше. А так и форма листа, и форма куста похожи, потому что они оба детерминантные, толстоствольные сорта. Ствол у них очень толстый. Ему не нужна ни подвязка, ничего. Он сейчас пасынки свои выпустит, и на этих пасынках будут плоды 300-граммовые, красивые такие. Потом плоды я вам покажу, сейчас показываю просто рассаду. Его очень выгодно выращивать, потому что он хорошо чувствует себя в рассаде. Он крепкий, он не вытягивается, не гнется, не мнется, ветер его не ломает. Его можно высадить пораньше, чем другие. Вот сейчас, несмотря на плохую погоду, я его высажу, потому что я уверена, с ним ничего не случится. Все, когда вырастут плоды, я вам покажу. Сейчас я показала просто рассаду петруши-огородник. Вот у него цветочки, все, он уже готов к высадке. Вполне сформировавшийся кустик. До свидания!